Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, друзья. Добрый день. Мы продолжаем наши занятия на родном языке. Тема сегодняшнего урока – школа. Слушайте и запоминайте слова. Учутал – учитель. Үйренетчі – ученик. Үйренер кинеге – учебник. Үйретер – үйрет – учит, учи. Үйренер – үйрен – учится, учись. Үйрек дила – учебный год. Ускола ото – школьник. Үректек – грамотный, образованный. Үректи – обучение. Тверд класста ускола – начальная школа. Агыз класта ускола, восьмилетняя школа. Орто ускола, средняя школа. Аны оңырокут предложениеларда. А сейчас составим предложение. Мин орто усколаны бүттім. Мин орто усколаны бүттім. Я окончил среднюю школу. Үчүгәйдік үйрен. Үректек болуам. Учись хорошо. Будешь грамотным. Усколаға үйретті бит. Төрөбіт тылбытын. Усколаға үйретті бит. Төрөбіт тылбытын. В школе изучаем родной язык. Балтым үйренер иккіз класқа. Сестренка учится во втором классе. Үйрек дила бүтті. Учебный год закончился. Беги ускола быт улакан хырдык. Наша школа большая, светлая. Аны ихиллян. Агду Аксенова хуруйбутун бистак усколага барабыт. А сейчас послушайте отрывок из стихотворения Агду Аксеновой «В школу». Усколага барабыт, учакка миня бит. Үнюгэхим батыхар, үренегин пагарар. Ускола быт бет ырак, хим дахаты, тибет. Так, я на оленя сажусь верхом, прощаюсь надолго с верным щенком. Но только его не загонишь домой. Наверное, в школу хочет со мной. Школа моя далеко-далеко, туда не добраться по тундре пешком. Бегут беги гамрысты быт у скола. Сегодня мы поговорили о школе. Урок путбютте. Урок закончился. До свидания, друзья.